С сегодняшнего дня в Самарской области те, кто заключает контракт с Министерством обороны, будут получать 2 миллиона рублей. Всего же за первый год службы военнослужащий по контракту может заработать 4,5 миллиона. Решение об увеличении суммы выплат принял губернатор Вячеслав Федорищев. Напомним, что в Самарской области действует более 30 мер поддержки для военнослужащих и членов их семей.